В Беларуси вступили в силу летние ограничения для грузовиков. При дневной температуре выше плюс 25 с 11 до 20 часов по асфальтобетонному покрытию можно двигаться только транспорту с максимально допустимой нагрузкой на одиночную ось 6 тонн. Постановление действует до 31 августа. Белпочта предлагает оцифровать бизнес-письма. Защита персональных данных гарантирована. К 2025-му планируют на 40% увеличить количество виртуальных отправлений через свою электронную систему. Сейчас ведутся переговоры с Россией, чтобы объединить сервисы и открыть возможность пересылки за пределы страны. В республике стартовала декада кибербезопасности. Направлена акция в первую очередь на детей. Существенную часть жизни современные подростки проводят в интернете. Чем раньше рассказать молодежи о правильном взаимодействии с виртуальной средой, тем больше шансов их защитить. В Бобруйске на пожаре сотрудники МЧС спасли двух мужчин. ЧП произошло в субботу ночью на Ульяновской. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения. Его гость от помощи медиков отказался. Предполагаемая причина – непотушенная сигарета. В бобруйских загородных здравницах «Мечта Ищадкова» летом отдохнут 3000 школьников. Первая смена начнется уже 26 мая. Также будут работать лагеря с дневным пребыванием на базе школ. Рассчитаны они больше, чем на 3500 ребят.